Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Ну что же, переходим с вами на 66-ю миссию. У нас как раз здесь еще будет сундучок. И из него нам выпадает, ага, перышки на весельчаков. Кстати, скоро мы с вами получим ключик. Уровень 66. Так, птицы уровня 4 зарабатывают в несколько раз больше очков. А именно в 4. В 4 раза. Так, в эту игру даже стал играть Сева, Себастьян, да? Это мой зам по Clash Royale. Ну что же, поехали, ребята. Возьмем, наверное, перец. Да, возьму я перец и будем смотреть. Так, что у нас здесь? Золотая свинья, это хорошо. Кстати, мне нужно покормить птичку, ребята. И чтобы ее накормить, мне нужно 25 яблок. 25 яблок, я до сих пор не могу их насобирать. Так, ну что, попробуем... Наверное, вот сюда вот бомбануть. Как вариант. Да, поехали. Ух. С одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Так. Значит, пробуем, что с тобой. Сюда, наверное, да? Врезаться. Давай возьмем бомба. И полетели. Вот так вот. Дополнительная карта. Бомбу мы вернули к себе. Так, слушай, Матильда, ну а если толк тебя здесь выпускать, а? Ну полетит, бросит она яйцо, наверное. Ну посмотрим, давай запустим ее и проверим. Я даже не успел, друзья мои, не успел выплюнуть яйцо. Хорошо, давай попробуем здесь сдуть. Ну. Ну. Так. Так, ну здесь... Весельчаки ничего сделать не смогут. Опа, тихо. Пошло, вроде бы пошло. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, блин. Я думал, что мы с вами сейчас получим пушку. Ну, тогда придется нам серебряночку выпускать. Да что такое-то? Вообще ничего не получается. Чак, давай, не подводи. Да что же это творится-то, друзья? Придется перец использовать, чтобы как-то эту свинью подбить. Давай, взрывайся там. Тут 4 эпизода. Я только лишь первый прошел. Офигеть можно. Ну ладно, надеюсь, что здесь у нас будет получше. Попроще даже, скажем. Так, вот здесь как раз пригодятся весельчаки нам. Вот они здесь могут пролететь? Они здесь пролететь смогут? Ну-ка проверим. Вау, хорошо вышло. Смотри, смотри. Ё-просто. Просто погром устроили. Так. Ну что-то там прыгает, что-то там елозит. А, тут у нас еще и вот здесь вот. Так, значит, вот так сделаем с тобой. Да, вау. Слушай, я думал, что опять сфейлились. Но нет, как видите, все удачно получилось. Так, переходим на третий эпизод. С птичками большая проблема у нас. Постройки все сложнее и сложнее, ребята, разрушать. Так, давай-ка попробуем увеличить головы. Воу. Катись, 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 катись вот сюда. Ну как? Ага, лопнула башка. Есть. Слушай, а вот тут классно. За счет нашей магии мы с вами здесь всех свиней уничтожили. Ну что же, это неплохой результат. Тем более, что у нас остался лишь последний здесь эпизодик. Так. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. А ну-ка. Ну, тут все хрупкое, ледяное. И как раз весельчаков не дали. Ну, попробуем. Попробуем, да? Давай. Ну, давай. Падай, разрушайся. Хорошо, остается лишь вот этих двух свиней уничтожить. Поехали. Есть. Погоди, какого лешего он... Друзья, вот, вы видите? Ханурик вон там, он спрятался и выжил. Давай попробуем получить птичку бесплатно. Кого мне дадут? О, бомба дали. Это, кстати, хорошо. Вот как мне только туда попасть? Слушай, есть вариант вон взорвать динамит. Попробуем сейчас. Отлично. Я скажу тебе одно. Нам здесь крупно повезло. Мне дадут яблоко или нет за прохождение этого уровня? Дайте, пожалуйста, яблоко, а. Мне кормить птичку нечем.
Получил. Это только лишь 24, а мне нужно 25. В тройку лидеров я попал. Был на третьем месте. Значит, прогрессируем. Ну что же. Давайте переходить на следующий уровень. И, по-моему, ключик мы с вами, да, заберем? Нет, еще не сейчас. Еще не сейчас, но уже рядышком, друзья мои. Уже рядышком. Давайте-ка, сколько здесь у нас будет эпизодов? Надеюсь, 3. Дайте 3 или 2 лучше. Но не 4. Так, возьмем, наверное, с тобой здесь вот это вот. Да, пускай будут большие головы у нас. Слушай, вот как раз я его здесь и применю. Ты смотри. Слушай, ну неплохо. Конечно, хотелось бы как-то вот этих вот сбить. Если я дуну, это бесполезно, да? Мне, скорее всего, здесь нужно пролететь просто наверху. Вот так, и взорваться здесь. Яблочко зато зацепил. С одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Поехали. Даже неужели ты выживешь? Блин, какой-то огорелый. Офигеть. Трех птичек потратить пришлось мне. А тут 4 эпизода, ребят. Тут халява не прокатит. Так, что у нас тут? Опять какой-то... Так, если вот здесь... Вот здесь вот можно, в принципе, попробовать подбить. Ну-ка, рискнем. Рискнул. А этот еще и приземлится себе спокойненько, да? Тихо, тихо, тихо. Накрой его, накрой этого. Вот так. Вот это я понимаю, друзья. Ну? Слушай, нехило. Очень хорошо получилось. Мы здесь всех подбили. Переходим с тобой на третий эпизодик. Так, все тут отстроилось. Отлично. Так, у меня есть Терренс, у меня есть серебрянка. Блин. А что мне здесь... Можно сделать. Как замутить-то? Ржут еще так противно. Но с этими справились. Ага, чак у меня появился. Ну-ка. Если я бомбан... Блин, а тут, видите, все у нас держится на шариках. На воздушных. Мы можем орла позвать. Давай, наверное, орла вызовем. Пускай тут все сдует. Но... Вьюх. Отлично. Последний эпизод, переходим. Так, ракета. Ага, вот здесь вот у нас кто остался? Терренс есть. Погоди-ка, если я сюда... Получиться должно, по идее, да? Ломайся давай все здесь. Так. Ну, неплохо, я тебе скажу. Теперь самое главное вот эту вот постройку подбить. А как это мне сделать? Что-то я, честно говоря, не особо пока понимаю. Я туда не долечу. Так, что ли, запускать? Блин! Ай-яй-яй-яй-яй. Не получается у меня, друзья, не получается. Ну и как я тут? Вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Бинго! Ух, я думал, что сфейлимся. Нет, удачно, все удачно получилось, ребят. Как раз на последней птичке, да, мы с вами подбили ихние построечки. Яблочко получил. Кстати, вот теперь я смогу покормить нашего птенца маленького. Так, я даже на втором месте. Мы еще ключ заберем сейчас. И уровень получили, елки-палки. А ну-ка. Вот эту беру. Неплохо, одна консерва. Так, готово. Забираем с вами ключ. Дополнительные птицы. Выпусти дополнительную птицу. Вот сижу и думаю, кого нам выпустить, друзья мои. Что делает? Я вот не знаю, вот это, по-моему, как томагавк вроде бы, да? А вот что, свинья, это разве птицу? Слушай, ну давай выпущу свинью. Я просто хочу посмотреть. Так, отлично. Попробуем. Конечно, попробуем. Для чего я его открывал? Что он будет, интересно, делать? Мне кажется, он будет, наверное, вонять. Так, вот.
Ну, предположим... А, мне показывают вот по этой траектории. Ну, давай, запускаю по этой траектории. Дальше что? Коснись экрана, и Ленард активирует свою способность. Нажми, чтобы герой выстрелил второй раз сопливой бомбой. Вот он как делает. Он, короче, ребят, видите... Видите, куда стрелка показывает? Вот куда она показывает, туда он и плюет. Три раза он может выпустить свою соплю. Слушай-ка, ну, в принципе... В принципе, это неплохо. Это должно сработать. Ладушки. То есть он летит. Надо будет смотреть именно направление его, куда он, в какую сторону он может плюнуть. И после этого кликать. Так, я хотел сейчас покормить своего птенца. Он, бедный, там загрустил. И вы знаете, что он может уйти от нас. А мне как бы этого не хотелось. Но я просто ума не приложу, как мне дальше собирать 20 яблок. Так, здесь мы закроем. Да-да-да, птенец, я иду тебя кормить. Покушай. Угу. Довольный. Спасибо. Не за что, птенчик. Так, 3000 перьев мы можем с вами потратить. Ну давай вот на него. Так. Еще уровень получит сейчас. Так, отлично. 12 силы у него, да? Вау, 13. Слушай, ну неплохо на самом деле. Так, что дальше? Что у нас тут? Забрать, собери яблоки. Награда 15 гемов. Отлично. Хорошо. Так, у нас с вами, ага, мало... Мало бусинок, я думал, сейчас мы сможем открыть еще какую-нибудь одну шапочку, но нет. Самое удивительное, что Ред у меня, да, вот за счет вот этой шапки, которую он получил космическую, у него силы больше, чем у кого-либо. 44. Ну что, давайте продолжать дальше с вами эпопею. Нашу боевую, как говорится, птички в гневе. Они очень злые, и у нас скоро, кстати, будет босс. Через два уровня. А пока мы будем здесь. Так, сложный уровень. Птицы уровня 3 зарабатывают в несколько раз больше очков, а именно в 3. Ты же недавно не говорил про 4 уровень, уже опять про 3. Хорошо, давайте, ребят, продолжать играть. Выбираем с вами... Возьму вот эту вот, большие головы. Ух ты. Так, что здесь такое, что нам сделать? Большие головы, может быть, давай попробуем. Активируем. Давай-давай, яблоко взяли. Никто не упал? А, нет, вот, пошло-пошло дело. А почему вот эти вот не увеличились? Ну-ка, давай-ка попробуем запулить эту свинку. Так. Так. Слушай, ну, неплохо на самом деле. Очень неплохо, мне понравилось. Тут 4 эпизода. Первый мы с вами прошли, едем дальше. Ага, ага. Так, построечки, да, значит. Ну-ка, если я бомбану вот эту вот для начала. Вот так вот. Улетела у нас там Матильда. А вот этого бомба я взорву вот здесь где-нибудь. Так. Цветочек, надо было тебе вот сюда вот плюнуть. Весельчаков нету, да? Ну, попробуем пробить чаком. Бумс. Да ладно, он еще на своем парашютике бодренько так спустился, а? Ты посмотри на него. Давай давить. Да вы что, издеваетесь, что ли, сейчас? Трындец. Ну. Погоди. Это что за дела? Я не могу понять. Я его не могу подбить, ты понимаешь? Вот эту вот свиноту. Офигеть, всех птичек потратил. Так, что тут они замутили? Так, золотая свинья. Тут это, я даже не знаю. Давай, наверное, свинюху отправим, да? Свинюху отправим. Так. Упс. Так, ну. Да уничтожьте вы вот эту вот ерунду. Не хочет. Придется, как всегда, самим справляться. Так, выпускаем серебрянку. Шикарно, у нее все получилось.
Так, друзья, последний эпизод у нас. Две птички, по-моему, всего осталось, да? Это Терренс и Бомб. В принципе, за счет вот этих птичек мы можем здесь с вами пройти. Попробуем. Не смог. Ты понимаешь, он не смог. Ну давай взорвемся тогда уж, что ли. Ломай, 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 ломай. Блин, мне дали Реда одного. Дали просто Реда. Не хватит, да? А у нас тут, вы видите, две свиньи осталось в живых. Это и вот это вот. Ну, надеюсь, мне птичку дадут бесплатную, нормальную только. И мне дают, блин, весельчаков. Весельчаков. Ну и что вы прикажете мне разорваться? Мне нужно и вот этого подбить, и того. То есть, ребята, фейл. И ни того, ни этого не подбил. Ну что же, переигрываем с вами этот этап. Даже не этап, а вообще уровень полностью переигрывать нам придется. Или подожди, нет, вот я потрачу гемы. Так уж и быть. Так уж и быть, я потрачу гемы. На! Лети там куда-нибудь. Так, ну Тернс, я надеюсь, ты сможешь раздавить этого хламона мелкого. Да, просто расплющил. Но мне пришлось потратить практически все гемы. Одно яблочко в копилку, и я даже в тройку лидеров вошел. Это не хухры-мухры. Ну что же, давай смотреть, по-моему, сейчас уже будет у нас босс. Или еще не сейчас. Сейчас посмотрим. Ага, 69 уровень. Мы его посещаем, и на 70-м будет босс. И, кстати, вон там еще один ключик у нас находится, черный. Но до него вряд ли мы сегодня зайдем. Ага, Сева у меня на 75 уровне сидит. Я тебя догоню, Севушка, догоню. От меня не уйдешь. Так, что у нас тут? Покажите, пожалуйста. Я возьму перец. Я возьму перец. Охо-хо-хо. Так. Начнем, наверное, с Матильды. Упс. Но... Вау! Круто! Круто! Так, а теперь если я перец... Только не сюда, пожалуйста, давай вон туда. Да, вот так вот. Разорвала кедрень фени. И серебряночка моя, подбей, пожалуйста. А чё это он блокнул? Я даже не успел ничего сделать, он почему-то погиб. Хм, интересно. Так, тут у нас три эпизода, и это хорошо, между прочим. Что всего лишь три эпизодика. Поехали. Так, возьмем, наверное, здесь бомба, да? Вот здесь, если я взорву, эта постройка вся упадет сюда. А мне нужно, чтобы это все катнулось туда. Поэтому взрываем вот здесь. Вот так вот. Давай, 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 давай. Ну. Да как эта конструкция вообще выжила? Я не понимаю. Здесь мы, кстати, можем подбить именно серебряночкой. Опс. Замечательно. Так, что нам сделать вот здесь? Тернса, наверное, придется нам брать, чтобы он раздавил. Как думаешь, он пробьет вот эту всю фигню? Получилось у него. Эй! Давай, 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 давай. Вот так вот. Ну что, переходим на последний эпизодик. Переходим на последний эпизодик, и надо нам с ними разобраться. Так, ну что, постройки, в принципе, ничего такого у них нету. Серьезного. Дай-ка я перец запущу. Куда он сейчас у нас попадет? О, шикарно. Минус постройка. Минус построечка. Так, а что если мы вот сюда вот дунем? Шикарно. Ёлки-палки. Слушай, ну вот эти цветочки очень хорошо помогают на самом деле, когда они что-то хватает, а потом выплевывают это обратно. Но в тройку лидеров попал я или нет? Покажите, пожалуйста. Да, на втором месте. Ну вот мы и добрались до босса. А боссик у нас здесь повар.
Надо будет очень аккуратно распределять наших птиц, потому что на последнем этапе будет поджидать босс. И какая там будет, как говорится, карта, фиг его знает. Но тут всего 3 эпизода. Хм, давай-ка, наверное, серебряночкой подобьем вот здесь вот камушки. Так. Хо-хо-хо. Очень хорошо вышло. Смотри, 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 что получается. Так, 2 свинюшки все-таки выжили. Мы можем попробовать на них сбросить яйцо, бомбу. И у меня все вышло. Хорошо, переходим на следующий эпизодик. Так, а здесь весельчаки нужны. Они, ох, они у меня как раз есть. Что, делаем? Ёпрсты. Адиус, амиго. Так, а вот тут что нам сделать? Наверное, мы с тобой попробуем пробить серебряночкой. Оу, я не то сделал, друзья. Блин, и вот это я лопухнул сейчас. Короче, смотри, что мы сейчас придумаем. Почему вот здесь вот не пробила она, а? А Ред, наверное, не... Хотя мы можем с тобой шарики пробить, да? И он упадет тогда. Ну, катись, катись, катись колбаской. Прикольно такой. Мы его, главное, не разбили, он просто взял и покатился. Ну что, вот у нас последний эпизод. И где же у нас будет босс? Наверное, вот здесь вот, да? Ты посмотри, как я угадал. И под ним очень много взрывчатки. Смотри, я сейчас его... Парнишка, ты в курсе, что ты попал? Ты в курсе, что ты попал? Да ладно. Такого быть не может. Такого не должно было быть. Блин. Слушай, если я... Вот так попробую. Что за бредятина? Так, ну попробуем его заплевать. Так. Так. И вот так. Этого мало, этого недостаточно. Серебрянка, тебе, по-моему, придется вот здесь вот ломать. Ну? Давай, 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 давай. А этот олух выжил. Понимаешь? На! И все равно ему по барабану. Вот эти вот кусочки льда не дали ему возможности упасть вниз. Хотя нет, смотри, упал. Но скатиться не получится, да, ему? Мне дали Реда. Ну и как? Как я здесь Редом смогу вообще... Нет, это нереально, друзья. Я не смогу его задеть. Ничегошеньки у меня не получилось. Ну что же, придется просто-напросто переигрывать. Бывает такое, ничего не поделаешь, но вы доржетесь. Вы доржетесь у меня сейчас. Сейчас все будет совсем по-другому. Сейчас, кстати, могут быть и уровни совсем другие быть. Все, видишь, по-другому. Так. Здесь мы с тобой сделаем что? Ну, наверное, Матильду, да, будем применять. Смотри, что я хочу сделать. Немножко не то, конечно. Немножечко не то совсем вышло у меня. Пробуем. Ага. А этот остался, да, в живых? Этот остался, и вон там еще. Ну, этого-то я толкнул, предположим. Да, а могло бы и получиться все на самом деле. Так, нет, весельчаки, вы здесь сейчас не нужны. Бомб, давай. Офигеть, 3 птички потратил, чтобы перейти на следующий эпизод. Ага, а тут что? Весельчаков брать? Давай попробуем. Но фигня какая-то получилась. Так. Хм. Если я подобью здесь, они упадут? Они должны же упасть, по идее. Ну?
Адьюс. Так, две птички у меня, да? А, нет, три. Еще и Матильда вернулась. Ну что же, давай попробуем теперь подбить босса. Теперь попробуем подбить босса. Он здесь у нас, да? Нам нужно, чтобы он... чтобы он попал... Вот здесь мы с тобой пробьем. Да, пробил. А если так сделать? Так, разломалось все. Шарики, шарики, главное, чтобы сломались. Ну что, теперь попробуем, наверное, его подбить. Попробуем его подбить. Так. Пускай вниз катится. Да куда ж ты его... Почему он не... Вот мой упал, а он нет. Блин, вот как мне тут сделать так, а? Мань приложу. Трындец. Главное, мой этот упал, да? Ну, давай, давай, ну. Да почему ты не катишься, ты упырь, блин? Дайте птицу мне, нормальную птицу дайте. Какую-нибудь, чтобы я смог его огреть. Дают мне Реда. Угу. Ну, если только вот так вот как-то сдуть его. Я не уверен, конечно. Что еще зависло-то? Ну, друзья, это просто чудо какое-то. Это просто чудо. Ред смог его толкануть, и он упал. Ух. Это нам повезло. Серьезно тебе говорю. Ну, как обычно, бородач похищает яйца. Они так и меняются друг за другом. Ну, а мы, конечно же, от них не отстаем. Так, давай-ка глянем-ка, что у нас дальше будет, какие. Так, переходит. Босяр летит на 80 уровень. Мы с вами сейчас возьмем сундучок еще. Так. Ага. Перышки на Чака. Солидно. Так, и 71 уровень. 71 уровень. Поехали. 71 уровень, сейчас посмотрим, сколько здесь будет эпизодов. От этого будем уже, как говорится, отталкиваться. Возьмем, наверное, с вами заклинание «Большие головы». Три эпизодика, отлично, меня это вполне устраивает. Матильдочка, начнем, наверное, мы с тебя, радость моя. Упс. Да что ж такое-то, что ж такое-то. А если вот так вот, друзья, давану. Воу, кто-то даванул. Так, Чак, что нам с тобой? Вот сюда бомбить будем, наверное. И бесполезно, да? Так, Ред, раздави. Давай, цветочек, так. Вот тут надо нам, друзья, с вами как-то подбить. Я могу попробовать за счет серебряночки здесь как-то выкрутиться. Есть. Уничтожили. Ну, птичек у нас мало с вами становится, да? Становится мало птичек. Мне бы бомба. Вот это было бы круто. Так, а тут у меня весельчаки. Ух ты. Так, ну что, попробуем, наверное, плевками сейчас. Раз. Ай. Плохо, плохо сыграл на самом деле. Если мы туда... полетим. Да елки-палки, как-то вот там надо еще и взорваться умудриться. Предположим. Так, а если большие головы? Большие головы, они вылетят? Да, они вылетят со своих ведер. И мы переходим на последний эпизод. Кто у нас тут? Покажите, пожалуйста, мне. У нас с вами весельчаки, да? И... о, тут и бомб. Кстати, вот так вот мы сейчас с вами сделаем. Просто вот пролетим сейчас. Все, побомбим тут. Во-во-во-во-во. Давай-давай-давай-давай-давай. Наклоняйся, говорю. Да ладно, устояла что ли? Вот эта вот постройка. Это не дело, согласись. Это не дело. Все. Думали, что им ничего здесь не грозит. Ну, как бы не так. Ведь все у нас удачно получилось. Так, 3 миллиона 400, да? Я в тройку лидеров попал.
Да, и мы с вами перелетаем на 72-й уровень. 72-й уровень. Так. Ну что, ребятушки, наверное, будем закругляться с вами, да? Как говорится, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Тут, конечно, скоро будет ключик еще один черный. Тут, ой, какие территории классные, да? Вообще, игруха интересная, на самом деле. Прикольно сделана, рисовка офигенная. Свинхай. Свинхай. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.